Начать выходной день можно с похода в театр. 17 февраля в Саровском драматическом пройдет театральный урок мужества «Ласточки Победы». А 18 февраля – театральный квартирник. Начало в 18:00. Приобрести билеты можно по Пушкинской карте. Для зрителей старше 12 лет. Для маленьких зрителей 17 и 18 февраля в 11 и в 16:00 откроют свои двери театр «Кукол Кузнечик». Там покажут спектакль «Цыпленок и утенок». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 3 лет. Городской музей приглашает всех желающих на выставку «Планета Земля Индия». В экспозиции представлены фотографии, сделанные участниками экспедиции Международной общественной организации «Центр духовной культуры». Все желающие в возрасте от 6 лет могут посетить курс познавательных занятий. Лес полон сказок и чудес, пернатые соседи, жужжащие истории и другие. В художественной галерее 17 февраля пройдут первоклассные каникулы. Гостей ждут занятия изобразительного искусства, анимационные фильмы, интерактивные экскурсии, а также знакомство с русскими народными промыслами. 0+. Детская школа искусств приглашает всех желающих 17 и 18 февраля на городской конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств города. 17 февраля в 16:00 в молодежном центре пройдет благотворительный квартирник «Узелок от сердца». Приглашаются все желающие старше 6 лет. Любители логического вида спорта 17 февраля клуб «Салонной мафии» «Закрытый город» приглашает на ролевую игру. Будет интересно. Молодежный центр. Начало в 17:00. 17 и 18 февраля на лыжной базе пройдет 45-й лыжный мемориал Музрукова. В программе выдача нагрудных номеров, регистрация и построение участников, открытие лыжного мемориала, зажжение огня, соревнований. Общий старт участников на все спортивные дистанции. Мужчины 5, 10, 15 километров, женщины 3, 5 километра. Массовый старт забега на 2 километра без учета времени. Начало в 8:00. 17 и 18 февраля в Ледовом дворце пройдет первенство Приволжского федерального округа по хоккею среди их юношеских команд 2008 года рождения. В воскресенье 18 февраля в 11:00 в ресторане «Прайм» пройдет 6-й тур боулинга Лиги Сарова. Отличный способ совместить возможность поболеть за спортсменов и вкусный завтрак. Ну и, конечно, на массовое катание на коньках приглашают каток и кар и Ледовый дворец. Следите за временем на официальных сайтах. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и коллегам, как здорово вы отдохнули в выходные.